Сегодня по вашим просьбам в комментариях я люблю лягушечку. И поэтому для лепки мы, конечно же, берем зеленый цвет. Я сейчас вытягиваю ножки. У окружности должно остаться такое пузико. Чем длиннее получится ножки, тем лучше. И сгибаем их в коленки. Эту часть я вытягиваю, из нее сделаю еще одни лапки. И на верхней части я смогу сделать мордочку. Тоже оттягиваю эту часть. Продавила здесь улыбку, а глазками станут черные кристаллики. Поэтому я здесь сделаю ямочки. Если у вас нет кристалликов, то, естественно, берете черную полимерную глину или из чего вы там лепите. Пластилин, легкий воздушный пластилин, мастика. Это может быть любая масса для лепки. Хорошенько их вдавливаем. Также я хочу сделать еще здесь разделение на лапках. Лучше всего по 3 разделения. Потому что здесь я сделала больше, но уже выглядит не так хорошо. На попе я сделала авторскую отметку. Далее делаю фиолетовую накидку. Да, тут, конечно, все очень кропотливо, мелко, поэтому если хотите, делайте изначально лягушку побольше, чтобы вам было легче. Ребят, так как это сонный колпак, я загнула один конец. И думаю, так будет правильнее. Если вы тоже будете делать такого лягушкица в пижамке, то сделайте еще помпон. Так как у меня есть такой маленький белый помпон, я буду приклеивать его после запекания. Итак, моя лягушечка запеклась, и можно ее проверить. Если вы лепили из легкого воздушного пластилина, дождитесь полного высыхания. Колечко входит очень хорошо, и вот так смешно выглядит. Также здесь можно добавить еще и еще колечек. Мне осталось приклеить помпончик и сделать покрытие. Во время покрытия я на пижаму еще буду добавлять звездочки. В общем, делаю пока первый слой этого лака. На накидке будет 2 слоя, так же, как и на сонном колпаке. А все потому, что первый слой будет для основы, а второй уже для покрытия закрепления этих звездочек, которые я добавлю. Это пока первый слой. Затем я делаю второй и с колпачком проделаю те же самые действия. Вы только посмотрите на эти ляжки. Вау! Красиво! Тебе нравится, да? Красиво! А вам, ребята, нравится? Напишите в комментариях. Красиво!